специально для подписчиков канала «Зал суда». Ежедневная юридическая разминка. Сам себе адвокат. Сначала вернемся к вопросу вчерашней разминки. В Адлере умер мужчина и оставил после себя земельный участок и гараж. Его сын Егор приехал за наследством ровно через полгода, но не смог попасть к нотариусу из-за праздников. Удалось ли Егору вступить в наследство? Правильный ответ. Нет, нотариус отказал мужчине в принятии наследства из-за пропуска срока вступления в наследство. Поздравляем всех, кто проголосовал за правильный ответ. Внимание, вопрос. В Самаре мужчина умер и оставил своей жене и детям хорошее наследство. Но незадолго до смерти он одолжил у знакомого 3 миллиона рублей. Взаимодавец обратился в суд с иском о взыскании задолженности со всех наследников. Придется ли наследникам вернуть долг покойного? Да, так как наследство – это не только имущество, но и долги. Долг придется возвращать только вдове, потому что договор займа был заключен в период брака. Нет, после смерти должника долг аннулируется. Голосуйте в сообществе, обсуждайте в комментариях, узнайте результаты голосования и правильный ответ завтра на канале «Зал суда».